Привет всем. Купил я вот такой съемник. Вилка по типу вилки. Вот упаковка шла. Профессиональный инструмент. Made in Taiwan. Термоупаковки. Ну, такая. Сделаем проверку по методу Олега. Ну, то есть есть. Вроде бы металл есть. Не пластилин. Сейчас открутим гайку, выставить бы. Я уже расплинтовал. Откручиваем гайку. Есть. Пыльники, хоть и брал силиконовые, прозрачные, якобы очень хорошие, но не знаю, сколько они прослужили, но недолго. Ну, тут, если видно, у меня тяги с масленками, а может просто служили бы они и дольше, если б я без фанатизма шприцевал тяги. Берем молоточек. Ну вот такой вот. Посерьезней. Наставляем вилку. Так. Ну и пробуем. Есть. Как видим, очень.